Перспективная 10Б. Этот дом в городе называют призраком. Нет окон, нет дверей. Собственники квартир съехали несколько лет назад. Сейчас многоэтажка – притон для бездомных и наркоманов. К тому же дом в округе считают опасным. Вход в разрушающееся здание абсолютно свободный. Ограждение не помогает. Его кто-то сломал и растащил по частям. Осенью прошлого года здесь произошел несчастный случай. Мужчина упал в шахту лифта с 5-го этажа. И это не единственное ЧП. Местные жители сбились со счета, сколько раз поджигали этот дом. Вот в пятницу горело вон в том подъезде и в этом. Пожарные уже замучились к нам ездить сюда. Естественно, опасно. Тут вечерами собираются подростки, вообще люди неопределенного места жительства. Поэтому, конечно, собаки. Милицию вызываем без толку. Вы обратите внимание, школа рядом, никому ничего не надо. Здесь безобразие ужасно. А вот еще один заброшенный дом в Заводском. Строение на Киевской 10 рухнуло 2 апреля этого года. Чудом обошлось без пострадавших. По словам местных жителей, здесь часто играли дети. Расселенных и подлежащих к сносу в Саратове 160 домов. Но стереть опасные объекты с карты города не так-то и просто, говорят специалисты. Сегодня на заседании в аппарате уполномоченного по правам человека решали, что делать с такими домами. Тем более почти 50 из них – памятники культурного наследия. Еще более тяжелая ситуация будет связана с тем, что их еще и сносить нельзя, они даже в программу не включены. Предварительно их надо исключить из-за списка объектов вновь выявленных объектов культурного наследия, значит, нашего. Это вообще фактически, ну, будем говорить, уже не этот год, а ряд всего 19-й. Специалисты объясняют, снос – дело многомиллионное, денег в бюджете нет. Да и к тому же процедура от признания дома аварийным до очистки площадки затягивается различными согласованиями. Основная проблема – это большой разрыв между тем, что дома физически освобождены, там граждане проживают, и юридически оформлен переход права собственности. Потому что не только с момента, у нас право собственности с момента госрегистрации, да? Вот эта госрегистрация из-за того, что большинство собственников идут по пути судебного перехода права собственности, может тянуться до 2 лет. Решить проблему можно, только усовершенствовав законодательство, отметили участники заседания. Пока же вопрос остается открытым. Полина Попенец, Роман Шильдяев, Саратов 24.